время главных новостей дня в эфире «Большие вести» в студии Григорий Кожевин. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сегодня будем собирать пылесос электросилы номер 2. Как говорится, в предыдущем ролике он был разобран по причине того, что очень гремел. Вот, вот он, этот у нас подшипник, который гремел. Вот, купил подшипник. Вот, удовольствие 50 рублей. Не такие большие затраты, как говорится, чтобы привести его в порядок. Опять же, это не для того, чтобы им пользоваться. Но мне хотелось бы, чтобы в моей коллекции все пылесосы были рабочими. Вот. Так что начнем сборку. Предварительно я, конечно, агрегат собрал, вот, установил его уже на место, турбины все поставил. Вот, теперь сейчас начнем сборку основную. Чтобы время не отнимать, поэтому я сократил время. Так, ну, сейчас это у нас должно.
здесь мы закончили. Теперь будем устанавливать. Состоят около 300 тысяч человек местом для празднования выбрали торжественные и вместительные государственные дворец. Репортаж Ольги Мещеряковой. 2000-й зал стоя встречает своего лидера. Аплодисменты переходят в овации, но на сцене лишь верные партийцы. Небольшая техническая заминка, ведь он сюда прямо с парламентской сессии. Как долго готовы ждать Владимира Вольфовича? Сколько угодно, еще 30 лет. Вот, наконец, на всех партийных смартфонах главного зала страны. Продолжаем. Экспрессивен, краток по делу, как всегда. Прибавим, стоит наша гвардия, вот три наши губернатора. Похлопаем им. Сенаторов уже 7 человек. А 30 лет назад мы начали с нуля. ЛДПСС и Жириновский в Москву уже не ложится. А 30 лет назад прогремело. Впервые. Через 73 года в Москве, в столице нашей Родины, открыто, легально, без всяких препятствий, на свой съезд смогли собраться участники совершенно новой политической партии. Исторический кадр. 90-й год. Первый съезд. Первый. И на тот момент единственный в Советском Союзе оппозиционной партии. Страна только привыкает к этому не по-советски напористому лидеру. Еще не услышала сакрального. Мама русская, отец юрист. И предвидеть не может, что будет не новый парламент, и многопартийная система без выборы, и вкупе одержит свою победу, ни разу не оставшись за бортом. Первая в стране оппозиционная партия, либеральные демократы. Некогда отдыхать, а кусков у депутатов нет. Вообще? Летом отпуск, он у нас недопустим. Чтобы широкий держался, пришлось магнитом.
воспользуйтесь. Это ветеранов берет. Вот вручать, кто очень давно в партии. Сколько лет в партии? Я много лет в партии. Я, например, 27. Подчеркивая партийную принадлежность, они сегодня в синей желтой гамме. Такой узнаваемой и гармоничной сувенирная продукция ЛДПР знаменита во всю страну. Чего здесь помогает. Так, ладно. Не проспать. Легендарная кружка с логотипом. Можно весь дом отставить, а можно семью одеть. Насморк всегда не кстати. Так, пришлось намагнитить отвертку. Так, вот держится. Хочется проверить, что у нас. Кредит от МКБ. МКБ. Мечта, которая. Грандиозная распродажа. В сети Серебряный слон. Затрудняйтесь в продаже квартиры. Звоните в единую городскую службу недвижимости. Так, на какой-то момент выключу дополнительное освещение. Потому что мне включиться надо. Ну-ка. Включим. Так. Все в порядке. Большие вести, и мы продолжаем выпуск. Столица сегодня простилась с Юрием Лужковым. Церемония прошла в храме Христа Спасителя. Процесс строительства, которого мэр в свое время курировал лично, отдать дань уважения Лужкову пришли тысячи людей, в том числе Владимир Путин. А отпевание совершил патриарх Кирилл. Репортаж Полины Ермолаевой. Гроб, покрытый российским флагом.
Батурину, они долго о чем-то беседуют. Юрий Лужков, политик неординарный, человек своего времени и, конечно, главный символ его эпохи, восстановленный храм Христа Спасителя. Величина отпевания сегодня совершает патриарх Кирилл. Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Проститься с Юрием Лужковым пришли мэр Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Политики, коллеги, соратники, те, с кем работал на протяжении 18 лет во главе столицы. Он не только был мэром Москвы, он, кроме этого, еще и занимался наукой. Он очень изобретательный. Я до сих пор вспоминаю, как он нам показывал свой двигатель внутреннего сгорания. Вот у нас так, вроде у нас все здесь. Так, ну что? Установим решеточку. Установим видеосборничек. Так, как у нас, по-моему, с любой стороны кладется. Так. Нет, вот положение его. Так. Thank you.
пылесосом. Поставим. Так. Ну что ж, прошу прощения. Сделаем повыше. Ну, крутим повторно. Выключу я опять подсветочку. Немножко будет темно, но зато слышно. Я включаю. И посмотрим, как он у нас реагировать будет. Так, ну, крышечку опять включаю. Включаем. Включаем подсветочку. Шланг укладывается также вот в эту емкость. Вот сюда он. Так вот он укладывается. Вот так вот. И вот так. Вот так вот мы накроем. Все. Итак, кажется, в нашей коллекции будет еще один. Попробуем колеса установить. Еще колеса не установил. Колеса мы сейчас. Ну-ка. Как я говорил в прошлый раз, фиксаторы были у нас погнуты. Ну, так вот, как-то. На этом у нас, как говорится, съемочку. Ага, съемочку заканчивать будем. Ставим выходной очиститель, решеточку. Вот так. А, так, все. На этом до свидания. Спасибо за просмотр. Может быть, кто-то извлечет урок из этого, у кого есть подобный пылесос.
делает ремонт. До свидания.